Здорово, народ, с вами Варчик. Обязательно смотрите видео до конца. Это очень важно для развития канала и для того, чтобы это видео предлагалось остальным танкистам, которые смотрят видео на YouTube. Если вы хотите до них донести эту информацию, которую я буду излагать в этом видео, смотрите видео до конца и все. Можете еще тыкнуть лайк и написать комментарий. Итак, поехали. Сам себя прорекламировал, можно начинать. Очень давно в картошке существуют разводилы, которые разводят танкистов на бабки. Поскольку очень много танкистов на все это ведется, это все давным-давно существует, и куча денег танкистов идет в никуда. Очень много существует всяких сайтиков с кейсиками, рулетиками там и так далее. Я даже не углублялся, что там они еще понапридумывали. В общем, в основном это сайт, на который заходишь, закидываешь бабки, что-то там клацаешь, тебе выпадает дуля, и ты идешь гулять. У топовых блогеров, у многих в начале видео там и в описании стримов есть ссылочки. И в принципе они рекламируют такие вот сайты, на которых люди просирают бабки. Конечно, по мелочи что-то они там, наверное, могут выиграть. Но в целом на сайте все регулируется, все эти шансы выпадения. И сайт никогда не пойдет в минус. Сайт всегда будет в плюсе, потому что там все настроено, чтобы приносить доход. Поскольку у блогера, у топовых, особенно у топовых, реклама очень дорогая, а эта реклама у них крутится всегда, то бабок это приносит довольно-таки много. Потому что можно и дорогущую рекламу заказывать, плюс еще себе иметь доход по-любому, содержать сайт и так далее. То есть бабки это приносит, скорее всего, невероятные. И все эти бабки танкисты сами своими руками несут и отдают. Потому что эта тема до сих пор не загнулась, а такое ощущение, что только расцветает. Казалось бы, все, о чем тут говорить, лох всегда найдется, который сам пойдет и просрет свои бабки. Не здесь, так в другом месте. Многие на YouTube так думают и спокойно добавляют себе тоже такую рекламу, если им предлагают. Потому что, а смысл сидеть без бабок, легко срублю бабла. А то, что там глупенькие танкисты просрут бабки, да все равно они где-нибудь да просрут. Зато я буду при бабле. Ну ладно, это дело каждого. Добавлять такую рекламу или не добавлять. И это дело танкистов, нести, всирать свои бабки в никуда или не всирать. Но появилась новая тема, куда можно просрать деньги. Существует у нас такой Twitch, и у него есть Twitch Prime. Наверное, вы многие слышали. У всех топовых водомесиков там ссылочки уже добавлены. Как получить Twitch Prime, там все расписано. Гайдики, шмайдики, уюж там в модпаках, все это встроено. Короче, не пропустишь никак весь этот Twitch Prime, в котором можно получить танки в аренду там на 14 дней, камуфляжики, там какую-то бабу или мужика в виде командира танка, ну еще какой-нибудь мусор, там эмблемку на лобик и так далее. И все это можно получить за 100 рубасиков. Но давайте по порядку, что такое Twitch Prime? На Твиче это такой вот типа как прем аккаунт или что-то типа такого, который можно сначала оформить бесплатно на 7 дней. Потом после истечения 7 дней каждый месяц будет стоить 3 евро. 3 евро это типа как со скидкой. И эта скидка будет длиться 6 месяцев. После 6 месяцев Twitch Prime будет стоить 6 евро. И каждый месяц у вас будут обновляться плюшечки во многих играх. Очень много игр там различных, в которых вы будете получать вот такие вот кучки мусора. Там можно выбрать пару игр, насколько я понимаю. И радоваться этому мусору за 6 евро. Но хитрые танкисты там целые статьи понаписали, как же получить этот Twitch Prime за 100 рубликов. Аж 100 рублей, это же намного дешевле, чем 6 евро. И действительно, 100 рублей вообще не деньги. Можно прямо сейчас взять и в окно выкинуть пару соточек. Вы покупаете какой-то аккаунт, подключаете к своему аккаунту картохи и получаете кучку мусора с Twitch Prime. Потом все это отключаете и все. И эту кучку мусора вы получили за 100 рубликов. Очень замечательно. Вы думаете, что особо ничего не потратили. И эти бабки в принципе небольшие. Но опять же задумайтесь. Это все рекламируется у топовых вододелов.
А значит, эту рекламу покупают, она не берется ниоткуда. Ее реально покупают, эту рекламу, а значит, это приносит бабки. Причем должно приносить неплохие бабки, потому что реклама у топ-водомесов дорогая. На некоторых сайтах такие аккаунты можно покупать не по 100 рублей, а по 30 рублей. А эти аккаунты по 30 рублей тоже откуда-то взялись. И таким образом мы получаем, что это круговорот перепродаж Twitch аккаунтов. Можете в комментариях написать сайтики, где вы покупали по 30 рубасиков. Может быть, кому-нибудь они пригодятся. Я же никакие ссылки и названия говорить не буду. Мне вообще на всю эту лабуду срать. Я на это деньги вообще не трачу. Ни на сайтики с кейсиками. Twitch Prime за 100 рубасиков покупать я тоже не собираюсь. Я вам информацию доложил. Как ей пользоваться, думайте сами. Главное, берегите себя, не кидайте деньги на ветер в окно, пользуйтесь ими с умом, и все будет замечательно. С вами был Варчик, играть красиво, пока.